Добрый день, дорогие зрители. Пришли в кафе «Жиркое». Вот здесь вот угрованье. Заказали себе «Жиркое» с курицей. Запах, конечно, обалденный. Войны, сметаны с курицей и чай с бергамотом. Все это вышло. Но сто 86 рублей, в принципе, недорого. Здесь сыр, курица, картошка, морковь, лук, грибы, по-моему, еще. Очень вкусно, между прочим. Смотрите, какой интерьер здесь. Все в таком русском стиле. Самовар стоит на стойке, с которого наливают чай. Вот такие здесь стены из дерева. Такая мебель красивая. На потолке роспись такая крупная. Очень красивая. Числа открылись, поэтому посетителей пока не так много, но все-таки люди приходят, смотрят, интересуются, что здесь есть вкусного. На самом деле «Жиркое» мне очень понравилось, очень вкусно готовят. Thank you.
Приступаем к блинам. Судя по начинке, блины тоже должны быть очень вкусными. Да, действительно, немного холодное, но очень вкусно. Да, только блины холодные маленькие были, и чай такой теплый, горячий. Подкасты у тебя нет? И цены хорошие, недорого. Мы догадались, где мы находимся. Очень чисто, замечательно. Вот и порядок.